Всем привет! Меня зовут Аня. Я студент третьего курса Одесского национального медицинского университета. Нехватка воды – одна из самых больших мировых проблем. Выход есть – конденсирование воды из влажного воздуха. Моя идея такова – создание пластинчатого солнечного опреснителя. Это резервуар с морской или с загрязненной водой. Испаряясь, вода конденсируется на внутренней поверхности крышки. Очищенный конденсат по алюминиевому каналу накапливается в пластиковом водосборнике. Преимущество данного устройства в том, что оно работает не только под прямыми лучами, но и с рассеянным излучением, а значит, продуктивно даже при облачной погоде. Всем спасибо!